Это местные волобуевцы. Да армянская диаспора приехала асфальт ложить. Я видал, какую мы речку тут. Покажи на камеру, как ты копаешь сковородой. Чтоб люди видели. На что человек готов, лишь бы добраться до Таймея? Ну а что, не останавливаться уже на полпути? Вперед, только вперед. Какой полпути? Это только начало полпути, еще даже не было. Сколько мы прошли? 2 километра, наверное, да? Наверное, да. Вот речки уже делаем. Здесь была мель. Помнишь же, да? Здесь же не было вообще течения. Новое русло, короче, это. Да, выкопали. Там за пруда, здесь вот. Вырнули чуть-чуть. Что, пройдет? Вот. Пройдет, и тащить придется. Не пройдет? Конечно, нет, в жопу закинет. Здесь я имею в виду, вручную-то. Вручную-то пройдем, наверное. Здоровья много. Ты на камеру скажи, сколько лучше время. Мужики, на свале ты ложи свой телефон, бери лопату. Да нет. А если была у нас лопата, мы бы вообще двигали такие вещи. Не, нам самое главное вот тот раскидать. Нужен заход, самое главное. Обратно поедем, это все зароем. Пару бревен сверху, чтобы ни у кого не хватало ума сюда суваться. Это, короче, верховье Луко. Да. Подпорожье. Это приток Подпорожки. Че стоим, заводи иди. Да погоди, я камеры достану сейчас.
самый безобидный, наверное, залом за вторые сутки. Путь свободен. Саня. Продвигаемся. Медленно, но.